Седьмой том книги «Открытым оком» вопрос номер 1966. Тема «Проповедь благовестия». В каких местах можно проповедовать, а где бы надо промолчать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нужно постоянно и всегда и везде возвещать истину Христову и за истину стоять ревностно, даже прибегая и не к обычным методам. Второе послание Тимофея, 4 глава, 2 стих. Проповедую слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Послание Титу, 1 глава, 3 стих. В свое время я вил свое слово в проповеди, веренное мне по повелению Спасителя нашего Бога. Великое горе тем, кто не несет благую весть погибающему миру, хотя бы это свое противление Божьему повелению прикрывал созерцанием, углублением и совершенствованием своего монашеского сердца. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Книга про Исаия, 66 глава, 2 стих. «Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Никола Чудотворец, 6 декабря. Посему он был схвачен нечестивыми мучителями и заключен вместе со многими христианами в темницу. Здесь он пробыл немалое время, перенося тяжкие страдания, претерпевая голод и жажду и тесноту темничную. Своих союзников он питал Словом Божьим и напоял сладкими водами благочестия, утверждая в них веру во Христа Бога, укрепляя их на нерушимом основании. Он убеждал быть твердыми в исповедании Христа и усердно страдать за истину. В то время и город Миры снова принял своего пастыря, великого архиерея Николая, удостоившегося венца мученического. Архиерей Бога Вышнего, удуш... одушевленный ревностью Божию, прошел по всем этим местам, разоряя и обращая в прах идольские капища и очищая свое стадо от скверной дьявольской. Он посрамил всего еретика Ария на соборе не только словом, но и делом, ударив в ланиту. Отцы собора вознегодовали на святителя и за его дерзкое деяние постановили лишить его архиерейского сана. Но сам Господь наш Иисус Христос и преблагословенная его Матерь, Взирая свыше на подвиг святителя Николая, одобрили его смелый поступок и похвалили его божественную ревность. Уразумев из всего, что дерзновение святителя было угодно Богу, отцы собора перестали упрекать святителя и воздали ему честь, как великому угоднику Божию. Мария Магдалина, 22 июля. С целью красным цветом поднесенного яйца и неслыханными до того словами «Христос воскрес!» возбудить любопытство подозрительного императора Тиверия, святая равноапостольная Мария Магдалина с разъяснения значения такого ее поднесения начала свою горячую проповедь о воскресении и учении Христа Спасителя. Она с большим вдохновением и убеждением рассказала императору о жизни, чудесах, распятии и воскресении Иисуса Христа и прямым, простодушным изложением чрезвычайно несправедливого, пристрастного суда над Иисусом Христом, озлобленных членов Иерусалимского Синедриона и попустительства при этом малодушного римского правителя Иудеи Пилата Понтийского к осуждению на распятие Иисуса Христа, навлекла на них гнев императора. Тиверий предал их суду. Филипп Апостол, 11 октября. И была тогда радость великая в том городе, потому что принимавшие проповедь Филиппа и уверовавшие в истинного Мессию исцелялись не только от телесных, но и от душевных недугов, проходя, проповедовал Слово Божие по всем городам, пока не пришел в Кесарию. Здесь он имел собственный дом, в котором и прожил некоторое время вместе со своими четырьмя дочерьми, девами-пророчицами». После всего он снова возвратился в Иерусалим. Будучи здесь поставлен святыми апостолами во епископа, он послал, послан был затем на проповедь в Малую Азию, в город Тралию. Обратив там многих ко Христу и сотворив великие чудеса, апостол Филипп отошел к Господу в глубокой старости. Спевсип 16 января Святой Поликарп, епископ Смирнский, ученик святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, желая по действию Духа Святого умножить словесное стадо верующих во Христа, послал в различные страны своих учеников с тем, чтобы они безбоязненно проповедовали всюду Слово Божие. Узнав, что в Галлии повсеместно происходит гонение на христиан по царскому указу, которому все они приговорены к смерти, святой Поликарп послал туда двух священников Божиих – Андохия и Венигна, и третьего – Диакона Фирса. Это были истинно добродетельные люди, преданные Богу, усердные в подвигах, с любовью готовые всегда отправиться на благовестнический труд, суши ли, морем ли, больше жаждавшие, чем боявшиеся мучений и смерти за Христа». Получив приказание от своего епископа, они тотчас же взошли на корабль. Отпуская их, святой епископ Поликарп напутствовал их такими словами ⁇ Идите, доблестные мужи, и с благодатной помощью Христа крепко стойте за Него ⁇ Через святое исповедание Пресвятого имени Христова вы приобретете себе многих сподвижников и, радуясь вместе с ними победе, достигнете славы и вечных почестей, да умножатся обильные плоды ваших трудов и да возвеличится радость в райских жилищах праведников при виде ваших святых приобретений». Петр, 18 мая. Святые же мученики Ираклий, Павлин и Венедим были гражданами фани... афинскими. Они проповедовали в Афинах с великим дерзновением имя Христова и увещевали всех нечестивцев оставить свое суетное едлослужение и креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа. За свою проповедь они были, были вержены в печь огненную, после чего и скончались». Иван Богослов, 26 сентября. Крестился Лаврентий и Гемон того острова, сложив при этом с себя власть свою, чтобы свободнее служить Богу. И оставался Иван с Прохором в дому Мироновом три года, проповедуя Слово Божие. Михаил, 30 сентября. После того он отправил послов в Константинополь к патриарху с просьбой о благословении его, как нового члена Святой Церкви, о молитвах за него и вместе с тем с сугубой просьбой о том, дабы святейший патриарх прислал к нему премудрого учителя, избранного архиерея, который бы мог быть опытным и благоразумным архипастырем земли русской» как для утверждения и научения его в истинах веры и благочестия христианского, так и для просвещения его сыновей и великого множества неверующего народа великой его державы. Патриарх, получив послание князя Владимира, очень возрадовался, прославил Бога за его незреченные щедроты и помышления о распространении святой веры среди неверных и поспешил собрать Священный собор для избрания Первосвятителя, омраченного языческим неверием обширной страны российской. Удостоенным всего высокого избрания оказался святой Михаил, сириец по происхождению. То был муж весьма учительный в проповедании Слова Божия и глубоко просвещенный. По другим летописным известиям, святой митрополит Михаил был родом болгарин. Вместе с ним были посланы еще шесть епископов, множество пресвитеров и иных церковного причта людей. После того великий князь вместе со святым Михаилом, епископами, пресвитерами, новопросвещенными сыновьями своими и, бра... и боярами составили совет о крещении не только киевлян, но и всего русского народа и о ревностном проповедании среди него Слова Божие. По всему городу было оповещено повеление князя, чтобы все киевляне без изъятия, не исключая жены детей, на другой день собрались на Днепровский берег для принятия крещения. Монастырь населили иноки, прибывшие с митрополитом из Константинополя. Подвигаемые святой ревностью доблестные просветители земли русской, святой князь Владимир и митрополит Михаил через два года по крещению киевлян предприняли апостольские путешествия для просвещения других отделенных стран земли русской. Так в, 90, в 990 году великий князь с двумя епископами ходил с сею целью в Суздальскую землю, которая и была просвещена святым крещением. Вслед за тем подобное, подобное путешествие предпринял святитель Михаил в Великий Новгород, куда его сопровождали шесть епископов – дядя князя Владимира Добрыня со своими дружинниками и Анастас Курсюнянин. Пришедшие в Великий Новгород святители Божии и его сотрудники разрушили идолов и их жертвенники. Многих из новгородцев крестили, воздвигли церкви и поставили пресвятеров по городам и селам Новгородской области. Варфоломей, апостол, 11 июня. По принятии Святого Духа, сошедшего на апостолов в виде огненных языков, святому Варфоломею выпал жеребий вместе с апостолом Филиппом идти на проповедь Евангелия в Сирию и в Малую Азию. Туда они оба и отправились, то проповедуя вместе, то расходясь отдельно по разным городам, то вновь сходясь и приводя людей ко спасению через веру в Иисуса Христа. Проповедуя Евангелие в Малой Азии, святой Филипп на некоторое время отделился от святого Варфоломея и обращал ко Христу диких и непокорных жителей Лидии и Мизии. В это время святому Варфоломею, проповедуемому Христа в соседних городах, было повеление от Господа идти на помощь ко святому Филиппу. Присоединяясь к нему, Святой Варфоломей вместе с ним единодушно подвязался в апостольских трудах и подвигах. За Филиппом следовала еще и сестра его, девица Мариамна, и все вместе они стали служить делу спасения рода человеческого. После сего Иоанн Богослов разлучился с ними, предоставив им Иерополь и Иераполь для проповедания Слова Божия, а сам пошел в другие города, распространяя повсюду святое благовествование, дабы воссиял на заблудших свет познания истины. Над этим они и трудились день и ночь, уча неверных Слову Божию, вразумляя неразумных и направляя заблудших на путь истины. Варнава, апостол, 11 июня. В числе этих 70 учеников Господних был одним из первых и святой Иосиф – переименованный святыми апостолами Варнавую, то есть сыном утешения, так как своей проповедью о в мир, пришедшем в мир Мессии, он утешал людей с великим нетерпением ожидавших пришествия Мессии. Подобно тому, как сыновья Зеведеевы были названы сынами Громовыми, так как должны были прогреметь во Вселенной свою проповедью как Громом. Так и сей святой Иосиф был назван сыном утешения, ибо его апостольские труды должны были принести великую радость избранным Божиим. И Златоус святой, объясняя так причину переименования его, говорит, «Мне кажется, что он получил свое имя по заслугам, ибо для того, чтобы быть сыном утешения, он был вполне способен и когда Господь восхотел отправить апостолов своих на проповедь к погибшим овцам Израилевым, то увидев, то увидал, что их мало, почему и сказал, жатвы много, а делателей мало, но По этой причине Господь явил миру и иных семьдесят учеников, которых послал по два пред лицом своим в каждый город и селение». Иуда апостол 19 июня. Много различных стран посетил святой апостол Иуда, проповедуя Евангелие, обращая к Христовой вере народы и наставляя их на путь спасения. В таких трудах достиг он стран араратских и здесь, отвратив множество людей от идолопоклонства, сделал их христианами. Лука 18 октября. По дороге туда он проходил с проповедью город Севастию, где находились нетленные мощи святого Иоанна Предтечи. В это время святой Лука вместе с апостолом Павлом отправился на проповедь в Грецию и был оставлен им для утверждения и устроения церкви в македонском городе Филиппах. Святой Лука с этого времени в течение нескольких лет трудился в деле распространения христианства в Македонии. Евсемий, Евсевий Самосадский. 22 июня. В царствование Юлиана Церковь Христова испытывала еще большее зло, чем в царствование Констанция. Варианской ереси, смущающей всех. Правоверных во Вселенной присоединилось гонение от идолопоклонников. Сам Царь явно отрекся Христа и стал открыто приносить жертвы идолам. На церковь Христовую и на христиан было воздвинуто гонение, которое было направлено главным образом против духовенства. Эти гонения привели к тому, что многие православные церкви в это время остались без своих служителей, святительские престолы без архиереев, из которых одни были умершлены, а другие разогнаны или арианами в царствование Констанция или идолослужителями в царствование Юлиана. Было до того тяжело, что если бы Господь не прекратил жизнь и царствование Юлиана, то едва ли осталась бы в целости какая-либо церковь со своими служителями. В такое лютое время Святой Евсевий, утаив свой сан святительский, оделся воинской одежды и в таком виде стал обходить Сирию, Финикию и Палестину, утверждая христиан в православной вере где он находил церковь без служителей там он поставлял ереев диаконов и прочих клириков и везде поставлял епископами только тех которые отвергались ересь отвергали ересь ария и мудрствовали православно а вот такую ревность о Христе каков труд какое старание и попечение имел великий архирей божий Евсевий о Христовой Церкви в это время. Аполлинарий, 23 июля. Разъярился мучителей и приказал бить святого по устам камнем. Христиане, видя такую жестокость мучителя, не могли более терпеть, было их великое множество. Но, подвигнувшись на гнев, произвели народный мятеж. Бросились они не язычников и несколько на язычников и несколько человек убили. Хотели убить и Мессалина, но он, когда заметил нач... начавшийся шум и народный мятеж, испугался и, тотчас схватившись с места, бежал и скрылся где-то в укрепленном здании. И многие уверовали во Христа. Правитель же Освободив святого из рук неверующих, отправил его ночью в свое имение о 6 милли... в шести миллиариях от города под предлогом, что там будет держать его в оковах. Но святитель оставался в том селении все четыре года не в оковах, а на свободе, и, исходили, и исходились к нему все верующие, и из язычников многие приходили к нему. Он обращал и их проповедью евангельской к святой вере и крестил. Всех больных, которых приносили к нему, он исцелял. Пантелеимон, 27 июля. В те дни был в Никодимии старец-пресвитер именем Ермолай, из страха пред нечестивыми укрывавшийся с немногими христианами в маленьком и незначительном доме. Путь Панталеона, когда он шел из своего дома к учителю и обратно, лежал мимо жилища, в котором укрывался Ермолай, видя в окошечко юношу часто приходящего мимо. Ермолай из лица и взгляда его познал его добрый нрав. Разумев духом, что юноша будет избранным сосудом Божьим, Ермолай вышел однажды навстречу юноше и упросил его на самое малое время зайти к нему в дом. Кроткий и послушный юноша вошел в дом старца. Посадив его около себя, старец спрашивал его о происхождении и родителях, о вере и о своем образе его жизни и о всем образе его жизни. Юноша все рассказал подробно и сообщал, сообщил, что его мать была христианка и умерла, а отец жив и, согласно языческим законам, почитает многих бесов и спросил его святой ермолай так. «Ну, а ты, добрая чадо, какой стороне и вере хотел бы принадлежать, отцовской или, или матерней?» Кирилл Гортинский, 6 сентября. Затем святой пошел в Рим и здесь утвердил верующих своей проповедью.